Чё там по времени? 55%. Чай не успеваю наливать. Ладно. Андрей, я понял, что ты Персиваль. Окей, я же прочитал, братишка. Я же с тобой поздоровался. Я ж все читаю, я же все вижу, я глазаст. Т3 Вейн с двумя убийцами, гиганта и Ронаном просто не убивается. Команда за пару секунд пропадает. Никит, да. Да. Есть такое. Ну ладно, сейчас у нас все получится. Сейчас-то у нас, друзья, точно все получится. Наверное. Наверное, точно получится. У меня там честь потихонечку подкатывает к определенному моментику. Когда у меня уже будет повышение, там будет золотая брошка над рамочкой. Это будет топчик. Ух ты, нифига мы с тобой попали, как Персиваль. Пришлось отключиться, окей, принято. Принято. Сейчас меня начнут хейтить, короче, стопудово. Я помню, я, короче, в одно время записывал стримы, не стримы, а гайды. Нифига себе мне заходит. Записывал, короче, гайды. Подкрутка стопудово для стримеров. Записывал гайды в ущелье и говорил: ребят, только не фитьте лайн, пожалуйста, бот. Потому что я записываю там гайд, допустим, на Вай. Я помню, я на Вай так долго записывал гайд, просто жесть. Говорю, пожалуйста, просто не фите, дождитесь, пока я зайду, я вам сделаю ганк, я вам сделаю киллы. И там такой фит начинался ужасный просто. И под конец, ну что, записал видео? Как там у тебя, нормально все? Такие тролли, блин. Только что топ взял за счет демонов, шестерых, красавчик. Четко. Четко-тка. Угу. Меня сейчас очень интересуют серые персонажи, поэтому делаем вот так. Там всякие рыцари, Вейн, вот это все. Блин, а куда я разогнался? Мне ж просесть надо и лук забрать. Кого поставим? Поставим, наверное, вот этого дрыщика вперед, и вот эту дрыщиху вперед, и вот эту дрыщиху вперед. Не, мы, наверное, вот этого дрыща поставим вперед. Этих двух дрыщей сзади. Нормально. Дикие йордлы. Сильнее не видел пока, когда дикие тоже йорды. Йоды, как мой сын говорит, да, йоды. Так, ну давайте. Давайте, я готов фидонькать. Кто у нас тут фидер? Я у нас тут фидер. У него щит не очень приятный. Пусть, короче, вон Элизу жучат. И, наверное, вот так можно даже сделать. Ту-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ру. Ну, Персиваль, братишка. Ух, уже Поппи имеет. Смотри на него. Смотри на этого опасного человека. Что, если я немного покручу? Пока здесь около 100%. Самую малость. Как вам такая затея? Затея, идея. И Варуса вытянули, да? А война так и не пришла, между прочим. Засранка. Давно ли я в лигу играю? Что-то около года, чуть меньше. По-моему, меня уже спрашивали сегодня об этом, да? Роллы затягивает вообще. Но я вытащил Поппи, это сильный персонаж, да, сильный танк.
И я вытащил двух варусов. Неплохо, неплохо. Надеюсь, я делаю правильно. Что у нас тут у человека, у Персиваля? А в кого он? Давайте думать, что им нужно. Что им нужно? Меч, может быть. Лук вряд ли, но тоже может быть. Ой-ой-ой, выбежал, выбежал парень. Я забыл, что у меня левел. Ладно. Судя по всему, мы здесь побеждаем. Танки нам не танки, когда у нас есть Люциан с УГшкой. Хорошо, мы все еще остаемся, короче, в деле. Вижу, бежит лук с варусом. Я буду лук с Рексай забирать, чтобы у меня там варус не апнулся. Есть, 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 есть. Влад, здорово. Я, короче, вчера собирал, вчера или сегодня, не помню, в обычке, собирал варуса с Рабадоном и перчаткой на крит. С перчаткой на крит. И он у меня как-то шмальнул и просто прорезал четверых по 1400 дамага. Просто шотнул четверых, ребят. Это было очень красиво. Это был бесценный опыт. Так, давайте нужное определять сюда. Ненужное у нас здесь, окей. Ну ты приперся, ну ты приперся под Катюху, она же тебя сейчас это, в измельчитель. Пятый левел ты, да, окей. Окей, окей. Мы десятку все равно оставим, сейчас ухо почешем и мы ему отомстим полюбас. Полюбас отомстим. Блин, мне нужна Вейн. Мне очень сильно нужна Вейн. Дайте, пожалуйста. Нифига себе, это что такое? Это что начинается? Стопудово подкрутки для стримеров. Я уверен. Как пить дать? Подкрутки для стримеров. Кстати, мы можем и Ашу собрать через эти предметы. Просто ее продавать потом больно, когда приходит Кайса. Ее больно продавать. Времени нет, учеба, фики, все правильно, братан, все правильно. Если учеба, то надо учиться. Теперь-то я не промахнусь. Уж теперь-то я не промахнусь. Блин, дайте мне войну одну, дайте одну войну, мне нужно предметы скинуть. Паразиты. Дайте войну человеку. Что происходит? Что происходит? Блин, я не могу этого парня снять, на нем предметы. И перекинуть я их никуда тоже не могу. И тут рыцарь у меня еще. Кстати, это может быть Рунаан. Это, наверное, будет весело. Хорошо, добили кота. Короче, нам нужно тупо скейлиться и апаться, потому что я больше крутить не вижу какого-то смысла. Война-то должна рано или поздно прийти, правильно? Ведь так же, да?
Однажды случайно. Джо, почему ролишь сначала, а не с 50 голды перед апом на пятый? Так получилось, что-то я немножко решил подролить. Так сложились звезды, и в принципе я не жалею. Я собрал Ашу, короче, я собрал тут Варуса, и мне еще Киндра пришла на пятом левеле. Охренеть. Но мы все равно дохаем, потому что у нас стрелок без бафов. На Гиги Хакамада, воу, привет тебе тоже. Привет, привет. У нас потенциал крутой, но мы теряем очень много хп. Только со следующего левела я могу сделать ап. Хамада, да, извините. Извините. Хамада, будем знать. Спасибо за подписочку. Так, плащик не наблюдается. Заберу пока что... Или лопатку взять и сразу место. Хорошо, вопрос отпал сам собой. Забираем лучок. Чок-чок, лучок. Поставь хотя бы Тристану, чтобы Люцу не было так грустно. Ну окей. Сейчас поставим. Добавим место и поставим. Все равно ему будет грустно. Он бронзовый дрыщ. Особо бафов нет. Ему тяжело там. Морально душит его стопудово. Хорошо, левел 6. Интересно, если с этой сборкой еще, короче, двух мастеров клинка накидать. Вот это жопка будет. Ну неплохо он расстреливает. Неплохо. На войне будет лучше, конечно. У меня уже готовый баф есть. У меня уже есть готовый баф. Война, просто зайди. Молю, прошу тебя. Зайди, моя маленькая, зайди, моя сладенькая. Тогда Дрейвен и Атрокса. Ну, может быть. Мы проэкспериментируем с этим в следующий раз. Но пока что я не вижу какой-то, знаете, у меня единственный фарт, то, что мне зашло два меча. Луки я изи собираю с выборов, то есть проблем с луками нет. Их сейчас не берут. Они сейчас не в мете почему-то у людей. Ой-ой-ой, опасная женщина с бафчиком. Здорово мы Браума шотнули. Ульту! Боль-то какая. Какая боль. Да-да-да, Катерину придушить. А, кританула. Ну все, это слив. Все понятно. Она еще, смотрите, подождала. Не подходила. Чтоб, короче, ее ульта Гарна случайно не зацепила, не дай боже. Окей, какие коварные эти, блин, рыжие женщины. Хитрая какая, а? Попалась. Триста. Так, хпшки там, туда-сюда, окей. Да ты что, ты решила посетить, да? Решила посетить нас. Нормальное решение. Так, тебя в утиль. С танками у меня, конечно, все плохо. Прям очень плохо. Ну да ладно. Ч
Что можем сделать вкусненького? Ловушку, рукавицы. Тут у нас Даркин, молот, клятва. Даркин, молот и клятва. Ну вот с бафчиком на скорость вообще по-другому, да, все это выглядит? Вообще по-другому. ПП. Угу. Мне нужен будет либо посох, либо плащ на выборах. Что-то из этого. И я чувствую, что мне нужно доставить срочно танков. Прям срочно. Поэтому лопатка, в принципе, тоже может быть. Лопатка позволит мне поставить довольно-таки быстро два танка. Это у меня будет 4 рыцаря, и будем жить. Что там у них по убийцам? Блин, там такая калишка заряженная, которая впрыгивает мне в лицо и убивает меня. Страшно, черт возьми. Тиджа ульт. Срань такая. Быстро-быстро танков расфигачили. Танцор на Вейн нет. Танцор на Вейн пока что нет. Мы туда поставим генсушку, и она прям будет вкусная-вкусная. У нас танков хватит. У нас хватит танков, которые будут танчить. Просто у нас сейчас стоят два бронзовых дрыща, которые складываются изи. 48 хп. Блин, я, если честно, что-то склоняюсь к тому, чтобы дальше апнуться и доставить танка. Искупление. Я думаю, сейчас вот мы просто, у нас здесь два будут момента, когда будут сыпаться предметы, и я лучше поставлю вместо искупления сало той же Аше. Понимаешь? И я лучше поставлю там, допустим, лишний раз какую-нибудь морелку. Тоже будет интересно. Но сейчас лицо нам бьют, да, есть. Есть такое. Хорошо, мы выдержали как могли, практически до 50 золота. Окей, посмотрим, что скажут выборы. 39, просели, конечно, жуть просто. Просто жуть, как просели. Наверное, в приоритете даже забрать лопату, нежели посох. Лопат достаточно, два посоха. Окей. Склоняюсь к тому, чтобы забрать лопату почему-то. Давайте забирать лопату и надеяться, что посох зайдет. Зайдет с птичек. Надежда такое себе, ну да ладно. Зато мы сейчас поставим двух рыцарей, у нас будет 4 рыцаря, полноценные танки и время для того, чтобы мои рейнджеры разнесли просто всех. Хорошо, это уже что-то. Это уже что-то. Ганпланк. Дальше пока что не буду крутить. Пока что. Успела таки сдать, засранка. Ну да ладно. Отдай. Отдай, Генсу. Отдавай. Можно ловушку на кого-нибудь замутить. Вот, допустим, чтобы этот персонаж обламывался. Можем реально ловушечку сделать. Ловушка нужна, потому что он топ. И он меня заманает просто.
просто заманает. Вот с этой вот. Хорошо, сейчас она обломится. Но она и так обламывалась, да? Ну вот, она начала сдавать ульту, и ловушка сразу ее обломила. То есть, ну, минус сильный персонаж. Играть человеку будет сложнее теперь. Ну, как бы то ни было, Варус Тапок решил, короче, стоять и натягивать, вместо того, чтобы дать одну ульту. Вместо того, чтобы дать одну тычку. Вечер добрый. Ленок, добрый вечер. Буду тут с вами одним глазком. А то ЧМ по лиге все-таки... Да ладно, идет что ли? А что мне не говорят? Что молчат? Где мои оповещения все? Я как раз думаю, что там с чемпионатом мира? Так, как там лайф? Окей. Здесь они смогли показать первый игре, корейцы такие, окей. Окей. Хорошо. Мы потом это тоже обязательно посмотрим. Еще одна перчатка, ну спасибо. Так, дальше будут собранные предметы. Кстати, перчатка не кстати. Че, будем крутиться? Ай-яй-яй, это больно. Вернуть ловушку, черт возьми! Ой, мы много хп потеряем здесь. Не учел я его, не учел. Это очень плохо. Это очень плохо, но мы сейчас это учтем. Сейчас мы это учтем. Поставить Гарана назад. Вроде бы неплохо стоит. Как ее шотнули, я даже не заметил. Как ее шотнули, я не заметил. Ну все, выкручиваем нашу котлету нафиг. Так, рукавица и рука правосудия, да? Блин, мне не нравится то, что у меня здесь персонажи не собраны, это просто дичь какая-то. Так, рукавица, рукавица, рукавица. Давайте сюда оденем. Мне бы Гинсу сюда, а. Сюда, блин, зря я лук поставил. Может сейчас на круге Гинсу будет. Если что, придется призрачный танцор одевать. Потому что уже 3 хп и что-то делать надо.
Ну окей, ничего такого нету, и ладно. Я бы забрал Юми, чтобы быстрее сдавать ульт. Давайте забирать. Или даже, может быть, вот эту штуку надо было взять на... как ее звать? На свинюху. На свиню. Ворота КСЕ. Илюх, да, так и сделаем. Первая игра была самой яркой. И на Шора украли, и баф одновременно. Нифига себе. Как я его пропустил? Линок, где ты была раньше? Где ты была раньше? Свинья пришла, наконец. Наконец-то пришла свинья. Иди. Иди играй. Иди играть. Добро пожаловать в вечность. Да-да-да. Лупись, лупись, лупись шестрей. Ну, шестрей. Хорошо. Хорошо. Ой, красотка. Ой-ой-ой, 6600. Ну, вы это видите? Вы это видите? Что она вытворяет? А если бы у нее была гинсу, то я бы уже закончил где-то, наверное, секунды на 3 пораньше. Что творит она, а? Блин, мне бы киндретку. Спасибо. Подкрутки для стримеров в работе. Мне бы варусы еще. А чем черт не шутит? Ну-ка, давайте глянем. Окей, ладно, это уже слишком, наверное, посчитали риоты. А что, если я поставлю этот предмет? Будет сюда иногда прилетать хэкстэк? Ой, здорово, да, душить его, душить, душить. Да нет, надо было душить, куда ты побежала. Убегать отсюда, убегать из заморозочки. Нормально. Дрейвен, до свидания. Комба Дрейвена, пока-пока. С таким хорошим перевесом. На заказ, пожалуйста, варуса еще оформите. Риоты, алло, камбэчная. Нужен варус. Кстати, она очень классно разваливает драконов. Вот с этими двумя предметами. Сейчас увидите на эти цифры. Посмотрите, будете просто шокированы. Будете шокированы стопудово. Так, это нам на кого? Я думаю, киндретка одна из последних умрет, да? Последняя из магикан. Есть! Риоты, братишки, спасибо. Спасибо, спасибо, вы меня слышите, вы меня всегда слушаете. Обращаюсь я к вам редко. На Ашу? На Ашу так на Ашу. Окей. Уговорила речистая. Так, и как-то так было, да? Чего же вам более? Хотелось бы, хотелось бы. Хотелось бы вот это апнуть, да? Но я не думаю, что мы прям с двух роллов это сделаем. А мало ли. Так, окей. Окей. Можно еще одну? Это жестко. Ой-ой-ой, меня Сол сдувает. Он ее сдувает просто на раз. Он ее сейчас сдует. Он ее сейчас сдует. Чуть пораньше. Чуть пораньше. Чуть-чуть совсем. Ребята, драться. Драться, кусать их. Хорош. Варус, ты можешь это. Красавчик. Блин, здесь 9-й левел. Так, ты нужна, приходи. У меня сколько там, если я не ошибаюсь, 2%, да? 2% на выпад. Блин, мне апнуться надо было. Мне надо было апнуться. Я зря сейчас ролил, вот эта кайса, которая пришла. Дальше это прям очень-очень маловероятно.
Ну ладно, зато мы топ-4. Мы топ-4, это здорово. Ой, добить, красотка. Ее тоже придушить. Додушить, хорош. Сюда, здесь придушить, там придушить, везде душить их всех. Добить, да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Хорош. Хорош. Щиты не работают, щиты не работают. Щиты Браума не работают. Клево. Алло, камбэчная? Нам нужен этот бой. Блин, нам сюда залетать теперь нельзя. Нам нельзя туда залетать, потому что один хитрожопый жук поставил, короче, туда вот этого типа с уменьшением скорости автоатаки. Обидно же, блин. Ну, это хитрожопый какой, а? Хитрый и жопастый. Вот я к чему. Сюда ткни, пожалуйста, разочек. Ой-ой-ой, заморозили. Нет, 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 тычки, до свидания, блин. Хорошо, она успела добить его, хорош. С этим что делать? Кренделем. Мне нужна была она вот на этого типа. Мне нужна была она. На тебе. Морозить его, морозить, не выпускать из стана вообще больше никогда, хорош. Варуса с Ашой поменять местами на Гэке принято. Да-да-да, там нехорошо делают. Там делают ай-яй-яй. Коготь, наверное, да, будет нормальная тема. Там как раз всякие гады хвостастые. Вот такие вот. Может быть, пересобрать свою эту... Как ее звать? Кайсу? Так, ну что, у нас бой, наверное, еще минут 5, и потом я немножко отлучусь. Мне нужно здесь кое-какие дела поделать. 5 минут, и потом продолжим стримчик. Кому? Давайте сюда. Я даже не заметил, как Кайсу сдули. Она вот где-то вот здесь пролетала. Она где-то пролетала здесь, и ее дракон просто плюнул разочек. До свидания. Морозить, морозить, морозить. Ты можешь морозить. И ульт туда. Ульт. Хорош. Хорош. Это жестко, это жестко. Нам нужна одна кайса. Нам нужна одна кайса. Просто дайте мне эту кайсу. Риоты, пожалуйста. Мне можно сундуков не давать, просто дайте кайсу. Есть! Они меня услышали. Есть, четко. Теперь меня так легко не будут сдувать. Этот засранец все еще по своей страте, да? Окей. Угу, там у него опять все поменялось. Я все бдю, я все вижу. Ты так просто здесь не будешь ультить у меня. Душить его. Блин, не добило чуток. Есть. Есть. Изи. Изи. Смотрите, какие дамаги в него влетают. Золотой тоже мне набрал дефов. Так, у него, окей, это нужно мониторить. Это нужно мониторить полюбасу. Он будет пытаться выключить мою кайсу. Я знаю, что он хочет. Я знаю, о чем он мечтает. Смотри, сейчас какие дамаги будут влетать. Чистые. Нам нужно будет вот сюда поставить Седжу, чтобы она станила именно дракона.
Она у нас, в принципе, там стоит. По штуке стычки. Офигеть. Мастера клинка на Ашу, окей, принято. На Гэке принято. Так, у него убийц нету, да? Да, у него убийц нету. Хорошо. БЦ не заберет, подождите. БЦ никого не заберет. Нормально все. Лупить. Лупить их, лупить. Жить, жить, малышка, жить. На. Варус, надо ультануть. Ну как ты ультанул, как лошара. Ульту. Хорош. Ох уж эти сердца, мне все испортили сердца. Он пьет мою манну. Хорош. Живой. Он ничего не меняет, окей. Ульта куда? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Хорошо. Хорошо. Может Чогу поставить? Чога жить дольше будет. Не успел переставить Ашу, ну да ладно. Окей, выдернули Ашу мою. Это нехорошо. Окей, мы в домике. Почему так медленно? Почему так медленно? Блин, не успел перекинуться. Ай-яй-яй-яй-яй. Моя Аша, моя Аша. Черт возьми, ладно, ребят, 5 минут и вернусь. Моя Аша, как я не успела? На меня тут немножко давят, мне нужно кое-что сделать. Лады, 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 ща вернусь, друзья. Но это была прикольная катка, это была крутая катка.